Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем из Иерусалима молиться за мир в Украине. Всевышний, пожалуйста, пошли мир, пускай поскорее закончится война. Давайте немножко обсудим праздник Пурим. И здесь для нас всех есть огромный-огромный урок. А урок заключается в том, что когда есть угроза, Всевышний приготовил спасение намного-намного раньше, и уже спасение готово. Когда пришел Аман нападать на еврейский народ, уже заранее Всевышний поместил Эстер во дворец к Ахашверошу. Когда Аман нападает, заранее Всевышний сделал так, что против Ахашвероша был заговор, о котором узнает Мордехай. И уже Мордехай записан в книгах, которые потом покажут Ахашверошу, что его спас Мордехай. Также очень интересно, в тот день, когда повесят Амана, Всевышний сделал так, что всю ночь Ахашверошу не спится. Ему снится кошмар, что Аман хочет на него напасть и его убить. Что Аман будет делать заговор, царский переворот. И Ахашверош сомневался, ну как такое может быть, что мой близкий друг хочет меня свергнуть. Ему принесли книгу, в которой было написано: «Вспомни, что тебе делали Бигтан Ветереш. Помнишь, Мордехай тебе говорил про заговор против тебя? Это же тоже были твои друзья». Всевышний заранее все придумал, продумал, чтобы когда появится угроза, и еврейский народ своей молитвой отменит эту угрозу, спасение уже было. И Мидраш сравнивает спасение, которое было готово в пуримские события, со спасением, которое уже было готово во времена Йосефа. Надвигался огромный-огромный голод во всем мире. И Всевышний помещает Йосефа в Египет, чтобы всех спасти, чтобы было пропитание. И когда Йосеф находился в яме, в тюрьме, то Всевышний сделал так, что фараон увольняет двух своих министров. Они попадают в яму к Йосефу. И потом они про Йосефа расскажут самому фараону. И так фараон узнает про Йосефа. Спасение уже было готово для Йосефа заранее. А также очень интересно, когда Йосеф говорит фараону: «Фараон, меня кинули в тюрьму по ложным обвинениям», то у фараона уже был прецедент. Он сам недавно увольняет своих министров по пустякам. И когда ему говорят: «Меня кинули по пустякам, ни за что в тюрьму», фараон уже знает, что такое возможно. Все спасения, все спасения Всевышнего уже в этом мире находятся. Когда есть угроза, когда есть опасность, уже готово спасение. Нужно молиться, нужно верить. И в пуримские времена, в пуримское чудо, все уже было готово заранее, чтобы спасти хороших людей. Чтобы Амана уничтожили. Все уже было. Эстер была во дворце, про Мордехая уже все знали. Все уже было готово. Всевышний хочет, чтобы нам было хорошо. Главное, чтобы мы служили Ему. Пурим самеах, дорогие друзья!